Здравствуйте, уважаемые студенты. Значит, сегодняшняя наша лекция – это пилонефриты. Что такое пилонефриты? Пилонефрит – это воспалительное заболевание почек, преимущественно бактериальной этиологии, характеризующееся поражением почечной лоханки, чашечек и паренхимы. По этиологии оно состоит из возбудителей, которые являются это эндогенные или экзогенные, да, возбудители, то есть внутренние, проникающие из окружающей среды микроорганизма. Наиболее часто встречается кишечная палочка, протеи, стафилококки, энтерококки, синеглойная палочка и клебсиелла. Возможно развитие пилонефрита при участии вирусов, грибов, а также микоплазм. Микроорганизмы проникают в почечку только тремя путями. Это гематогенное, уреногенное и восходящим путем. При локализации первичного воспалительного очага в любом другом органе микроорганизм попадает в здоровую почку гематогенным путем, то есть током крови, и вызывает в ней нарушение микроциркуляции и развитие инфекционного воспалительного процесса. Да? Вот при восходящем пути или уриногенном чаще всего встречается это у детей. При этом микроорганизм попадает в почку из нижних почевых путей с обратным током мочи, то есть при патологическом состоянии. При патологическом состоянии восходящие по стенке мочевых путей. Предрасполагающими факторами являются, значит, мы разделяем их на общие и местные. Общие – это нарушение состояния иммунной системы организма, это стресс, переохлаждение может быть, также сахарный диабет, в который люди болеют, гиповитаминоз и тяжелые соматические заболевания. А к местным относятся это нарушение кровоснабжения почки и нарушение уринодинамики верхних мочевых путей. Также мы относим к этому типу такие аномалии, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы. По классификации вообще пилонефрит бывает, то есть он бывает первичный и вторичный, а также односторонний и двухсторонний. Первичный – это не обструктивный тип, он бывает, развивается остро, у него бывают две формы, это серозный и гнойный. Да? А гнойный сам по себе разделяется на апостематозный, абсцесс почки и карбункул почки. А вот вторично он является обструктивным. Чаще всего это хронический пилонефрит, который делится на фазы свои. То есть это фаза активного воспаления, фаза латентного воспаления, а также фаза ремиссии. Вот фаза активного воспаления и латентного воспаления могут привести к сморщиванию почки или пионефрозу. При первичном остром пилонефрите микроорганизмы проникают в почку гематогенным путем из отдельных очагов инфекции. Причиной вторичного острого пилонефрита являются камни почки и мочеточника, аномалии почевых путей, беременности, структуры мочеточника, а также мочевыскательного канала и аденома предстательной железы. Клиническая картина острого пилонефрита характеризуется общими и местными симптомами. При первичном гнойном пилонефрите и гематогенном пути проникновения инфекции более выражены общие симптомы заболевания. А при вторичном пилонефрите на первый план, конечно же, вступают местные обструктивные симптомы. Для пилонефрита характерно триада симптомов. Это повышение температуры тела, сопровождающееся ознобом, болью в соответствующей поясничной области и изменением в моче. Сначала проявляется общими симптомами. Это озноб, повышение температуры тела, обильным потоотделением, головной болью, тошнотой, рвотой, общими домоканиями. Боли в области почки могут быть интенсивными, но тупыми и носят постоянный характер. Симптом поколачивания бывает положительный. Мочеспускание не нарушено, количество мочи бывает уменьшено. Сбор жалоб при диагностике, да, и сбор жалоб, анамнез, физикальное обследование, а также лабораторные исследования,
в анализе крови отмечается выраженный лейкоцитоз. Это наша диагностика, да, то есть мы начинаем собирать анамнез, физикальное обследование проводить и, конечно же, лабораторные исследования. При лабораторном исследовании, как вы сказали, бывает выраженный лейкоцитоз. Также повышается соль, да, у больных и бывает бактериурия в моче. Кроме бактериурии в моче выявляется лейкоцитурия. Также бывают активные лейкоциты в моче находятся, и протеинурия развивается. Также мы больным с пилонефритом проводим ультразвуковое исследование и урографию экспиритонную. Можно сделать на сегодняшний день компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию. Что такое вторично острый пилонефрит? То есть вторично острый пилонефрит, он собирает в себе триаду симптомов, как мы перечислили. Также застой мочи, бывает почечная колика, самочувствие больного бывает ухудшенное, то есть у больного бывает высокая температура тела, усиливается общая слабость, одинамия, головная боль, жажда, сухость во рту, да, проявляется рвота у больных, бывает эйфория, такое состояние, и тахикардия обязательно. Боли в поясничной области принимают постоянный интенсивный характер. При пальпации бывает почка болезненно увеличенная. Резко усиливается болезненность при пальпации подреберья обязательно. И симптом поколачивания бывает резко выраженный. Как мы лечим? В основном мы лечим в большинстве случаев это консервативным методом. У больного должен быть обязательно постельный режим, диета, симптоматическая терапия, а также бактериальная терапия с учетом чувствительности на бактериальную терапию. Антибактериальная терапия. Какие мы антибактериальную терапию из препаратов, да, мы включаем при пилонефрите? Это торхинолоны, цефалоспорины, аминогликозиды, да, противовоспалительная дезинтоксикационная терапия. Препараты, улучшающие кровоснабжение, да, мы начинаем включать для антибактериальной терапии. Что такое также хронический пилонефрит? Хронический пилонефрит может быть следствием неизлеченного острого пилонефрита или первичного хронического, то есть может протекать без острых явлений с начала заболевания. И на данный момент мы можем упустить это заболевание. У большинства больных хронический пилонефрит возникает в детском возрасте, особенно это бывает у девочек. Значит, при хронической форме основными клиническими жалобами и изменениями, да, бывает следующее. Неадекватное своевременное лечение острого пилонефрита может привести к хронической форме пилонефрита. Также может постоянное нарушение оттока мочи из полостей системы почки, да, и также переход бактерий в L-формы, да, которые могут длительное время находиться в неадекватном состоянии в почечной ткани. А при снижении иммунной системы переходит в исходное состояние. Да, бывает иммунодефицитное состояние. Вот какие основные нюансы, когда могут пилонефрит перейти в хроническую форму. Классификация, конечно же, мы знаем фазу активного воспалительного процесса, то есть чем это проявляется? Активная фаза воспалительного процесса при хроническом почечном недостаточности, оно характеризуется лейкоцитурией более 25 тысяч и более в 1 мл мочи, также бактериурия 100 тысяч и более в 1 мл, активные лейкоциты 30% и более в моче, клетки Штейнгеймера, Мальвина в моче, титр антибактериальных антител, да, и повышение сои свыше 12 мм в час. Повышение в крови количества средних молекул 2-3 раза, да, может. При фазе латентного воспалительного процесса можно тоже обнаружить лейкоциты до 2,5 тысяч, то есть в 1 мл. Бактериурия не превышает
10 тысяч в 1 миллилитре. Активный лейкоз – это 15-30% в моче. Также повышение сои, но не больше 12 миллиметров в час. Да? При фазе ремиссии, то есть лейкоцитурии бактериурии отсутствуют, активные лейкоциты отсутствуют, клетки Штейнберга-Мальвина отсутствуют, Геймера-Мальвина, титр антибактериальных антител также нормальный. Сои не ниже 12 миллиметров в час. Симптомы течения хронического пилонефрита, односторонний хронический пилонефрит, конечно же, характеризуется тупой, постоянной болью в поясничной области на стороне пораженной почки обязательно будет. Дизурическое явление у большинства больных отсутствует. Период обострения лишь у 20% больных повышается температура. Посадки моче определяются преобладание лейкоцитов над другими формами элементами мочи. Однако по мере сморщивания пилонефрита, пилонефритической почки, выраженный мочевой синдром уменьшается. Относительная плотность мочи сохраняется в нормальной титрах, и для диагностики существенное значение имеет обнаружение в моче активных лейкоцитов. При латентном течении пилонефрита целесообразно проведение пирогенинового или преднизолонового теста обязательно. Это 30 мг преднизолона, растворенного в 10 мл изотонического раствора хлорида натрия, вводят внутривенно в течение 5 минут. Вот. Через 1-2-3 часа и через сутки после этого мочу собирают исследование. Преднизолоновый тест положителен, если после введения преднизолона за 1 час мочой выделяется более 400 тысяч лейкоцитов, значительная часть которых активная бывает. Как мы диагностируем? Также сбор жалоб, анамнез, физикальное обследование. При лабораторном исследовании в анализе крови отмечается выраженный лейкоцитоз до 30-40 тысяч со значительным нейтрофильным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, до юных ног. Да? Увеличение сои до 40-80 мм в час. При исследовании мочи, да, определяется бактериурия, лейкоцитурия, активные лейкоциты, также клетки Штейнгеймера, Мальвина и протеинурия. Можно сделать УЗИ почек, урографию скриторнию, да, и компьютерный МРТ. Вот. Функциональное состояние почек исследуется с помощью хромоцистоскопии. Мы можем использовать этот метод или экскреторную урографию. Лечение хронического пилонефрита должно проводиться длительно. Начинается лечение с назначения нитрофурана. Да? Это фурадонин, фурадантин. Также 5 ног можно использовать, сульфаниламиды можно использовать, чередуя, да, их нужно использовать. При неэффективности этих препаратов обострение заболевания, да, применяют антибиотики уже широкого спектра действия. Назначение антибиотика каждый раз должно предшествовать определению чувствительности к нему микрофлоры, да. Большинству больных достаточно ежемесячные 10-дневные курсы лечения. Однако у некоторых больных при такой терапевтической тактике из мочи продолжается висеваться вирулентные микрофлоры. В таких случаях рекомендуется длительная непрерывная антибиотикотерапия со сменой препаратов каждые 5-7 дней. При развитии почечной недостаточности эффективность антибактериальной терапии, конечно же, снижается. При содержании в сыворотке крови остаточного азота более 0,7 грамм на литр терапевтически действенных концентраций моча антибактериальных препаратов достичь практически невозможно будет, не удается. При отсутствии почечной недостаточности показано, то есть курортное, да, лечение. Уважаемые студенты, надеюсь, вам понятна лекция. Спасибо большое за внимание.